Почему в большинство проколов нельзя ставить кольцо на первичку? Почему нет? Кольцо не даст сформироваться вашему каналу правильно. Оно изогнуто по форме, оно будет постоянно прокручиваться, а значит будет постоянная травматизация. Вот это поворот! Чаще всего из-за колец появляются гранулемы. Это шишечки на проколах, которые потом также приходится лечить. Именно по этой причине в большинстве случаев в проколы идет именно прямое украшение с запасом на отек тканей.